словам свердловских полицейских, автодорога Змеевка-Глазуновка средоточием аварийности не является, но определенным коварством все же обладает. Смертельные ДТП здесь случаются примерно раз в год. Как раз такой случай и произошел на первом километре трассы. Там столкнулись две легковые иномарки. По предварительным данным, автомобиль Kia ушел в занос и оказался на встречке. Погибла пассажирка с переднего сиденья. Страшным ударом женщину накрепко зажало в машине. Вызволять ее пришлось местным спасателям. По прибытию к месту вызова было обнаружено столкновение двух легковых автомобилей. За одном легковом автомобиле была обнаружена женщина без признаков жизни. С помощью аварийно-спасательного оборудования была деблокирована дверь одного полицейского скорой помощи. По словам водителя «Опеля», «Кия» выехал ему в лоб, не совершая при этом ни обгона, ни какого-либо маневра. Мы ехали в Лужиновку, а он на встречку вылетел нам, и все, и удар. То есть он, получается, не справился с управлением? Ну, я так понимаю, что да. Водитель «Опеля» единственный, кто уцелел в ДТП. Медпомощь мужчине не понадобилась, а вот его супруга и трое детей получили травмы различной степени тяжести. По самочувствию вашей семьи, кто в какой мере пострадал? Дети пострадали. Младшие, там, я не знаю, в больнице сейчас обследуются. Разбираться в причинах ДТП местная полиция будет в рамках уголовного расследования. Планируется назначить несколько экспертиз, включая автотехническую. Следствие предстоит также установить, сказалось ли на причинах аварии дорожная обстановка. Иван Суверин, телеканал «Первый областной».